Уважаемые коллеги, за 10 месяцев 2018 года в нашу больницу доставленных с диагнозом отравления неизвестным веществом не было. Аналогичный период прошлого года был один. На учете с диагнозом наркомания на данный момент состоит 2 человека, аналогичный период 6 человек, несовершеннолетних нет. По линии полиции доставлено с подозрением на употребление психоактивных веществ 11, произведен забор биоматериала на химико-токсикологическое исследование. Положительных результатов не выявлено. 6 результатов еще пока не готово. Количество лиц, эпизодически употребляющих наркотические вещества с вредными последствиями, 10 человек, аналогичный период 15, несовершеннолетних нет. Количество несовершеннолетних, доставленных в детское отделение нашей больницы, состояние алкогольного опьянения нет. Количество несовершеннолетних, зарегистрированных на комиссии и привлекающихся за употребление алкогольных напитков 11, по аналогичный период 17. На данный момент на профилактическом наблюдении стоит 2 подростка с эпизодическим употреблением алкоголя.